Скажите, пожалуйста, увлекались ли каким-то спортом? Примерно, я думаю, 5-7 видов спорта попробовал, но в конце остановил свой выбор на дзюдо. И уже где-то с 11 лет профессионально хотел стать большим чемпионом. Можете ли дать какой-нибудь совет начинающей молодежи дзюдоистов? Ну, главное – это тренироваться, слушать тренера, проявить терпение и веру в то, что у тебя все получится. Успели ли уже побывать в городе Тула, погулять? Последние несколько лет очень Тула прогрессирует, развивается, становится действительно таким красивым городом, а туристическим местом. Почему решила заниматься именно дзюдо? Я перепробовала многое, но мой папа бывший дзюдоист, самбист, и он мне в течение того времени, когда я пыталась попробовать что-то другое, но не дзюдо, все равно прививал любовь к дзюдо. Родители отдали в 5 лет дзюдо. Мне понравилось то, что много надо думать и головой, и физически надо развиваться. Я изначально занималась танцами, но у меня брат пошел старший в самбо, и мне понравилась борьба. Я сходила на соревнования к нему, и уже на следующий день была на ковре и стала заниматься борьбой. Вообще, с детства я много чем занимался. Разными видами спорта, ну, единоборствами разными. Ну, отец как-то настоял на дзюдо, и мне со временем понравился такой. Для меня сейчас это самый лучший вид спорта, который есть в мире. В каких самых крупных турнирах ты участвовала? Самый крупный турнир – это первенство России 2021 года в том году и в этом году. Ну, первенство Европы, наверное, среди юношей выигрывал. Я участвовала в августе на вторых играх стран СНГ и завоевал там золотую медаль. Сколько лет уже занимаешься спортом? Я занимаюсь с 2018 года, получается 5 лет. Не важно, сколько ты занимаешься, важно, что у тебя вот тут. Как ты думаешь, какими качествами должен обладать настоящий дзюдоист? Я думаю, скромность – самое главное для любого спортсмена. Дисциплина, я считаю, это самое главное. В первую очередь, терпение. Это в любом случае, я думаю, сегодня это показал. Скорость, выносливость. Вообще, как дзюдо переводится? Это гибкий путь к победе. Движение первых – это организация, которая объединяет в себя людей, которые стараются сделать наш мир лучше. Ребята, верьте в себя, трудитесь и только вперед!